Камчатский аэропорт вошел в число 45 авиагаваней страны, которые получат имена великих россиян. Имя ему выберут жители региона. В качестве претендентов могут быть предложены имена выдающихся россиян, чья деятельность связана с литературными, музыкальными, художественными и другими культурными достижениями, научными и географическими открытиями, военными победами, общественными преобразованиями, экономическим развитием и так далее. По правилам конкурса, исторический деятель, чьим именем нарекут аэровокзал, должен быть связан с той территорией, где находится аэропорт. Имя включат в список претендентов только в том случае, если оно соберет не менее 500 голосов. Тройку лидеров для каждого аэропорта определят с помощью соцопросов. Финальное голосование пройдет в ноябре. Принять в нем участие камчатцы смогут в социальных сетях с помощью смс-сообщений, а также заполнив специальную анкету. Подробности читайте на сайте www.city41.ru.